Поспешный маневр. На перекрестке улиц Волгоградской и Декабристов столкнулись два автомобиля Kia и Lada Калина. Водитель иномарки поторопился, выехал на встречную полосу для обгона и врезался в Ладу, которая разворачивалась на перекрестке. Куда торопился водитель корейской иномарки, разбиралась Илья Хайрудинова. Я разворачивался, он летел, не знаю откуда. Сзади что получается? Не знаю, походу, по встречке. Водитель такси рассказывает, что неспешно ехал на заказ. На перекрестке улиц Волгоградской и Декабристов на разрешающий сигнал светофора начал разворачиваться и неожиданно получил удар в левую сторону. Его протаранила ехавшая по встречной полосе Kia. Кто как двигался хотя бы? Что? Смысла нет. Ну, вы сами-то как считаете, вы виноваты или... вы виноваты? Водитель корейской иномарки признал вину и поделился, что на этот опасный маневр пошел осознанно, очень торопился на работу. Но теперь все планы ему пришлось перестроить и вместе с водителем «Лады» отправиться в центр оформления ДТП. Алия Хайрудинова, Ленар Гинатулин, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.